Красноярске пройдет одна из самых долгожданных весенних выставок «Сибирская дача». На ней представят все, что нужно для успешного старта садово-огородного сезона. Посетить площадку можно будет с 14 по 17 апреля в выставочно-деловом центре «Сибирь». Для удобства посетителя экспозиция будет поделена на тематические разделы. Дачная техника, все для строительства, архитектура, а также площадка с растениями и товарами для отдыха. Помимо этого, уже не первый год на площадке можно будет приобрести обитателей дачных подворий – цыплят и кур, индюшек и кроликов. Для специалистов предусмотрены тематические семинары и мастер-классы.